Так, сейчас спросила у друга, что это за здание. Это администрация, оказывается, в Валенсии. Такое красивое здание. И рядом фонтаны. Вообще такой прям красивый город. Идем дальше. Такая коровка выглядывает из магазина. Халехоп. Так, ну вот подошли мы к центральному рынку. Но опять вот второй раз подходим сюда. И он закрыт. Никак не можем попасть внутрь. Ну, может, еще будем гулять по городу, еще попадем туда. Здесь рядышком такое здание. Улочка узенькая. Ну ладно, на этом пока заканчиваю. Пока-пока. Всего доброго. До новых встреч.